Ох, вот это зря. Сейчас будет круто! Автоматические пушки? Ну так нечестно! Ага, их ахиллесова пята — это задница. Ха, я в тебя верила, Делф. Надо по этим пушкам сзади бить. Да, а Полят-то будь здоров. Я под обстрелом! Я под обстрелом! Что, крокодил ничему не научил? Прячься и прикрывай жопу. Лучше не подставляться под огонь. Ого, ничего себе пролом. От машины тут толку мало, хотя сойдет за трамплин. Что, надоело за своими игрушками прятаться?
Слышь, Проныра, я весь мост усеял трупами и обломками. Проныра, бабы, надолго их не хватает. Ну ладно, район... Мадам, у вас башню сорвало, вы в курсе? А, ты меня узнал? Как же, как же. Это ж вы взяли меня на месте преступления и потом просто отпустили. А ты изменился? Это вы про дым? Ну да. Говорят, ты освоил новый трюк. Пополняешь арсенал? Не знаю, откуда такие слухи у вас. Я рядовой владыка дыма. Посмотрим. Ну, пока что я ничего не ощущаю. Ух, какой здоровый! Ты знаешь, никто не будет возражать, если ты воспользуешься неоном! Ну, не так уж и сложно! Что-то они становятся... Все больше и больше. Я хотела увидеть своими глазами. Надеюсь, ты понимаешь, какой ты счастливчик. Прикончи бетонного увольня, и мы с тобой побеседуем. А поддаваться ты, наверное, не станешь. Ух, какой здоровый! Что-то они становятся все больше и больше. А поддаваться ты, наверное, не станешь, да? Thank you.
ладно, я немножко приврал насчет неоновой штуки, но я могу нам обоим сэкономить время. Мне всего-то надо перекачать из вас немного силы. Ты хочешь взять у меня мою силу? Ну мне ж не надо там мосты топить и все такое. Я хочу вытащить из моих друзей бетонные клинья, да. И больше я никогда не стану вас беспокоить. Есть идея получше. Когда ты в своей лачуге, от тебя нет никакой пользы. Оставайся лучше здесь, со мной. Не, моя идея получше. Телсин, ты разочаровал меня. Нет! Не смотри вниз, не смотри. Ладно. Район фонарей. Сюда-то я и шел. Просто не спешил. Держи его!
Я гениальный художник.
Скажи мне это в лицо, чувак. Вкуснятина. Что это у нас? Не хочу хвастаться, но придется, это же фантастика!
Отвали, господи! Руки не распускай, парень! Если их не остановить, они и дальше будут. Thank you.